Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня видеообзор кошелька от фирмы Tatonka, снабженный специальной тканью, которая защищает ваши пластиковые карточки от считывания. Вот, и давайте посмотрим, что он из себя представляет. В данном кошельке имеется прозрачный кармашек для хранения документов. Сюда даже может влезть паспорт. Это вообще дорожный кошелек. Сюда мы можем поместить карту памяти. Тут мы имеем кармашки для хранения пластиковых карточек. Здесь можем хранить еще какие-то документы, либо просто деньги. Здесь мы имеем такой довольно-таки просторный кармашек. И здесь у нас есть еще скрытый кармашек для хранения денег, ну, чтобы не было видно. Те, кто, допустим, не знаком с данными кошельками, могут и не увидеть вот этого отделения, где будут лежать наши деньги. Чем интересен даже данный кошелек, это тем, что он полностью закрывается. То есть все карточки, какие-либо документы, они у вас не выпадут. Но одним из минусов я могу отметить вот то, что вот это вот этот виниловый отсек, раньше в старых кошельках он снабжался такой тесемочкой. Сейчас этой тесемочки нету, и, допустим, через приблизительно год эксплуатации у вас здесь появится трещина, и он начнет рваться. Почему производители перестали снабжать это тесьмой, мне неизвестно. Это, как бы, я считаю, что большой минус. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.